Красноярский симфонический оркестр ждут в Латинской Америке. Это первые крупномасштабные гастроли коллектива за последние 20 лет. Тур продлится почти две недели. С 19 по 30 апреля оркестр даст 7 концертов в Москве, затем отправится на южноамериканский континент. В программе произведения Рахманинова, Чайковского, Римского-Корсакова, а также Глинки. Артисты выступят в Чили, Уругвае, Аргентине и Перу. В этот тур отправится большая часть коллектива – 71 музыкант. В некоторых городах вместе с оркестром выступит выдающийся пианист современности Андрей Гаврилов. В его исполнении прозвучит концерт номер 2 Рахманинова. В Аргентине солировать во время концерта будет известная пианистка Шейн Ванг. Завершатся гастроли 4 мая.